Всем привет! Мы сейчас будем стелсить в Хоббите, поэтому надо оставаться тихими. Сюда. Так, я думаю, нам стоит одеть кольцо. Почему бы не пользоваться тем, что нам есть, что у нас есть? Как? Сохранимся? Наверное, зря я, наверное, это сделал. Уйди, пожалуйста, Коблин. Не, нас не видит вообще никак. Не видит. Ладно, ладно, быстрее, Бильбо. Заряжаем кольцо. Нормально. Это не так уж и сложно. Весело было бы, если бы звук, когда нас замечают, был звуком из этого Metal Gear Solid, знаете же. Ладно, я как-нибудь вам его проиграю. Черная стрела. Так, теперь нам выйти нам. На палке проскакать или как? А, наверное, туда. Сюда и вот так вот. А, ладно, не будем сундук открывать, нафиг надо. Что это было, собака? Так. Так. А, нам еще выше, что ли, надо? Ну вот. Я думал, мы выйти сможем уже здесь. Я уже настелсился, мне хватило. Ой, опасно было сейчас. Ладно, давайте даже сохраняться. Гномы попытаются убить дракона. Ага. Если они это сделают, то золото наше. Черная стрела. Ты украл черную стрелу. Она же была здесь. Предательство. Бей гоблинов. Это правильно. Бейте только. Деритесь, гоблины, деритесь. Я их отыскал. Надо все поскорее рассказать Барду. Здесь их можно окружить и схватить. Пойдем расскажем. А, выйти уже можно, да, с локации? Хорошо. Так, давай, хоп. Как-то плевать на монетки, если честно, и все остальное. Давайте сразу выйти. Барт! Спаси нас, Барт. Воры и гоблины там, в ловушке. Скорее на склад! Подожди здесь, городская стража управится с этим делом. Это хорошо. Кто бы мог подумать, что такой малыш может оказаться таким полезным. Сам ты малыш, мне 40. Работа, Бэггинс. Я нашел черную стрелу. В роду Гириона эта стрела с тех самых времен, когда она была откована гномами Одинокой горы. Я в долгу перед тобой. Перед уходом поговори со мной. Я буду у большого зала. А где же этот большой зал находится? Вот тут. Еще раз благодарю тебя, Бильбо Бэггинс. Наш город в долгу у тебя. Удачи тебе там, на горе. Спасибо. Все? А, окей, я думал, что-то больше будет. Сейчас будет ролик. Давайте купим что-нибудь, типа вот... Это... Нет, не хочу. Давайте отмычки купим. А, можно на это? Ну, хватит. Люди озерного города попрощались с гномами, и те отправились к Одинокой горе. Гномы прошли через земли, разоренные драконом, пустоши Смауга. Высоко в горах Бильбо заметил дрозда, клевавшего улиток. Затем он увидел замочную скважину, появившуюся на скале. Так был найден тайный ход в логово Смауга. О, сейчас будет очень тяжелая миссия, но в то же время крутая. Пришло время нашему уважаемому мистеру Бэггинсу показать, на что он способен. Я уже все время вам показывал, что я способен. Ты должен войти в логово Смауга и принести мне золотую чашу Трора. Но будь осторожен, если ты разбудишь дракона, тебе не поздоровится. Спасибо за совет, дорогой мой. Так, давайте сохранимся в первую очередь. Пойдем. Никто не хочет со мной там пройтись, нет? Как бы меня Балин должен был провожать по книге и по фильму. Книгу недавно перечитывать начал. Это круто. Дракон так храпит. Смотрите, сколько золота. Ну что ж, Бильбо Бэггинс, ты сам этого хотел. Здесь спит Смауг великолепный. Тебе нужна была возможность подтвердить свою репутацию взломщика? Так вот,
эта возможность как раз перед тобой. Я так давно хотел здесь оказаться, что прям... О, вот смотрите, чаша прям перед его носом. Ничего себе. Ой, полазить нам тут придется... Ой, очень много прям. Смаук. И чаша, о которой говорил Торин, как раз у него под носом. Да. Вот неужели ты там не можешь пролезть, Бельмо? Следите за индикатором бодрости Смауга. Окей, ладно. Не будем лишний раз какие ботинки открывать, блин, сундуки открывать, либо нам это не нужно. Так, давайте. Что ж, собака, что тебе? Смаук, великолепный, уберите, пожалуйста, вашу прелестная конечность. Вроде бы это конечность. Хвост. Лучше мне не ходить по этим золотым монетам. Да, Бильбо, если я буду слишком шуметь, старина Смаук поджарит меня заживо. Может, и говорить даже не будешь? А, или он как бы про себя это, наверное, говорит, да? Да. Смотрите, статуя Торина. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Сохраняться это важно. Так, давайте куда мы сможем подвинуть. Так, вот мы и так смогли запрыгнуть, лол. Двигать даже ничего не пришлось. Тихо, тихо. Ты что, проснулся-то так? Когда прыгаешь, видимо, он так хочет резко проснуться. Так, куда дальше-то? Вниз. Сюда нельзя, да, пройти? Так. Ладно. Ой, лучше так не делать. Бильбо, так лучше не делать. Хорошо, спасибо. Туда не сможем? А куда нам? А куда? А вот, ясно. Нет, мы же отсюда пришли, или как? А, нет, мы отсюда пришли. А куда нам туда идти? Нам, может, по голове Торина надо запрыгнуть вот туда и уже к чаше идти сразу. По голове Торина. Давайте попробуем. Все-таки нам придется подвигать эту штуку. Тихо, тихо. Смаук, Смаук, ты спи, на здоровье, не волнуйся. Я тебе тут не помешаю. Баю, баюшки, баю. Смаук, спи ты на золоте. Ничего тут нет, Смаук, не волнуйся. Давайте попробуем отсюда прям запрыгнуть. Не, ну по-любому нам сюда, но куда? Тихо, Смаук, ты чё? Ты что, Смаук, успокойся. А, вот вижу. Я сразу просто не заметил это место. Дальше. Ой, эти люстры качаются, это страшно. Баю, баюшки, баю. Смаук спит на краю. Ничего, не, спи. Чувак, чувак, правда, это не стоит твоего внимания. Ха-ха, типа, я в дерьме. Да не, вроде все нормально, Бильбо. Вали со всех ног. Вали оттуда со всех ног, Бильбо. Со всех ног надо бежать отсюда, по-моему. Чашу ты достал. Больше нам, собственно говоря, тут ничего и не нужно. Так, давайте здесь выход, по-моему, здесь, да? Так, оп. Оп. Ну, это было легко. Да, да, это было очень легко. У нас даже дракон не проснулся. И, в общем, мы сейчас переписали историю Хоббита, и у нас, в общем, все хорошо пошло, и дракон не проснулся, его даже убивать не пришлось. Дракон, наверное, как я, и по утрам просыпаюсь. Так, все, мы прошли, нормально. Это было на изичах. И сейчас Торин такой, это не то. А, дракон проснулся. Где моя чаша? Я же туда... Воры, грабители, обокрали. Воистину, это чаша моего деда. Отваги и хитрости у этого Бильбо гораздо больше, чем кажется.
а удачи гораздо больше, чем положено. Вот именно. Но дракон проснулся. Многие тяготы мы претерпели ради того, что в этот день настал. Ныне мы убьем дракона Смауга и возвратим себе наш дом и наше сокровище. И как же мы это сделаем? У тебя же нет плана. Каждого дракона есть свое слабое место. Так говаривал мой батюшка. Посмотрим, так ли это. В конце концов, у меня же есть мое кольцо. Я прокрадусь в логово дракона. Посмотрим, что я смогу там увидеть. Отличный план, Бильбо. Удачи. Удачи. Эй! Бильбо, ты сумасшедший, по-моему. Лезть еще раз в это логово, когда дракон уже проснулся, это, по-моему, вообще нелогично. Ну, да ладно, нам храбрости не занимать. Мы же великий хоббит Бильбо Бэггинс из Шира и... Из-под холма, точнее, да. Он же Андерхилл, а не... Окей, ну здесь мы будем много умирать, так что... Может, мне удастся найти его слабое место? Вот только бы, если я смог забраться повыше, чтобы хорошенько его разглядеть. Пробуй, сделано, Бильбо. Если я не буду снимать кольцо, может быть, он меня и не увидит? Хочу кисель. О чем думает Саша? Хочу покажись кисель. Мне, вор. Это целый оферчазис. Хочу кисель. Так, давайте тогда потихонечку. Я помню, тут будет место, где он будет сжечь огнем и все. И будет сложно, 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 сложно. Беги, прячься, если сумеешь. Да я сумею, спокойно, мужик. Чё ты, ты за меня не волнуйся. Ты за себя волнуйся. Тебе не уйти отсюда, взломщик. Откуда ты знаешь, что меня взломщик? Называй меня по имени, детка. У меня есть имя. Уважай мою гордость. Ладно. Ух, это было опасно. Почему-то он не прыгает прям туда. Вот, все. Оглядись вокруг, вор. Здесь твоя могила. Ура! Я буду погребен в золоте. Ху-ху. Вообще-то хоббиты ступают тише. Очень-очень тихо у них походка такая. Из-за того, что у них волосы на ногах. Тебя не увидеть Но... света дня. Бильбо, твою мать! Запрыгни. Ну вот. Отрыжка замучила. Бедный дракон. Так, что же дальше? Пошли. А, кольца-то у нас не хватит, чтобы до тут добежать. Наверное. Нет, все, кольца не хватит, оно слезет. Тебя не увидеть света дня. Все, мы проиграли. Надо быть аккуратнее. Пусть перезарядится кольцо. Поехали. Сейчас мы должны пройти. А Смауг сейчас бодрый или нет? Просто датчик бодрости Смауга показывает, что он сейчас бодрый. Тебя не увидеть света дня. Ну, мать твою, но Бильбо твой... Как же ты конченый дурак, а? Почему ты не зацепился, а? Так нельзя. Давай, Бильбо Бэггинс из Шира. Из-под холма, да. Извини, Бильбо, я не хотел. Можно передохнуть, сохраниться. Но нам туда, потому что синие кристаллы всегда указывают на путь, куда тебе идти. Это я недавно только понял. Тебя не увидеть света дня. Хоть запрыгнул, блин. Так, сохранимся. Спасибо за любезно предоставленные сохранения. Я чую твой запах, вор. Спасибо, но я же мылся. Интересно, это приятный аромат или не очень? Блин, боже мой, зачем ты это пугать? Я думал, меня дракон заметил. Что хотя бы пришло-то? Кредиты наличными? Ребята, вам нужны кредиты наличными? Лично мне нет, так что... Окей, ладно.
Все, нормально, можем кольцо снять. Так, а что дальше? Пожалуйста, бери, что хочешь. Здесь много сокровищ. Нет, спасибо. О, Смаук величайший. Я только хотел посмотреть, действительно ли ты так велик. У тебя хорошие манеры для вора. Похоже, ты меня знаешь, но я не припоминаю твоего запаха. Я, отгадывающий загадки, разрубающий паутину, оседлавший бочку и выигравший кольцо. Прекрасные титулы, но мои зубы остры, как мечи, а мое дыхание — смерть. Знаешь ли, я всегда полагал, что брюхо у драконов мягкое. А что ты думаешь вот об этом? Ослепительно! Какое совершенство! Нет ни меча, ни стрелы, которые могли бы ранить меня. Старый глупец, в его броне есть прореха. Я не вижу. На груди. Просто что такое... это? Двухполигонное что-то. Воистину, я более не должен задерживать ваше великолепие. Ты хочешь так быстро уйти, оседлавший бочку? Хочешь вернуться к этим злосчастным озерным людишкам? Такой крик просто. Взломщик, озерный воришка. Да хватит! Смауга я украл, окей, будет сделан. Смотрите, какие там огромные кристаллы, просто сейчас соберем все. Все, я понял, все. Ой, надо сохранить сначала. Так, надо в палку взять. Это горячая ситуация. Поняли шутку, типа горячо, ну, типа он огнем стреляет. Да, шутка не очень. Сейчас мы тогда пройдем. Бежим. Чё? Ладно. Видимо, торопиться не стоит. Пусть еще раз падут, мы не торопимся. Вот сейчас пошли. Я бы успел, наверное, дойти до туда даже. Ну ладно, лучше даже не торопиться, потому что поспешишь, людей насмешишь и все такое. Только у меня никак не получается людей смешить, потому что я... Ну, Смаук реально прикольный, красивый. Идем. Уровень. Жду не дождусь нового Хоббита. Просто вообще обожаю этот фильм. Давай. Дыши, Смаук. Дышите. Не волнуйтесь, дышите. У вас будет прекрасный малыш, Смаук. Ну, ладно, опять не смешные шутки. Да, у меня часто не смешные шутки. Ура! Ну, тихо, Смаук, все нормально. Так, давай, пошли. Бильбо Сумкин, давай. А дальше куда? Все. Бильбо рассказал, что в панцире, защищающем грудь дракона, есть прореха. Трост выслушал все и полетел в озерный город. Внезапно поднялся сильный ветер. Бильбо и гномы едва успели скрыться в тайном ходе, когда дракон спикировал на скалу. Отряд оказался запертым в логове Смауга. Вот так вот, мы с вами оказались заперты в логове Смауга. Ну что ж. Мы должны покинуть это место, прежде чем вернется дракон. Переправь нас через эту пропасть, Бильбо. Переправлять мы будем гномов в следующей серии. С вами был Лофер. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.